мероприятие подходит к концу. И просим подняться на нашу сцену нашего председателя Духовного управления мусульман Нижегородской области Гаяз Хазрата Закирова, также первого заместителя муфтии Республики Дагестан Ахмад Хаджи Магомедовича и нашего уважаемого гостя Гордабека Абдуллаевича, заместителя министра по спорту Республики Дагестан, олимпийского чемпиона по боксу. Мне поручили приятную миссию. Значит, я должен вручать подарки. Многие уже не дождались, наверное, этого, конечно, прекрасного момента. Но всем спасибо, кто выдержал до последнего, сидели. Конечно же, получили огромное удовольствие. И аджер цаваб, альхамдулилля. Я хочу поблагодарить всех, кто участвовал, и, конечно же, вручить благодарность ансамблю «Медина» под управлением заслуженной артистки Российской Федерации Республики Татарстан Наили Фатеховой за активное участие в праздничном мероприятии «Мавлид Аль-Наби 2017». Бигзор Ахмад, Айля ханым, хар вақытта сіз бізді шатландырасыз. Сіздің матур тауышыңыз хар вақытта біздің құлақларымызды еркелей. Алланың рахмәті яусын. Барыңыз қана үшін әңгері. Әлбәтті. Благодарны Сараевой Розе Сафиновне за активную участие в праздничном мероприятии «Мавлид Аль-Наби 2017». Благодарность Фатеховой Наиле Абдулахатовне за активное участие в праздничном мероприятии «Мавлид Аль-Наби 2017». Это вам лично. Да. Тот любимый был вашему ансамблю, а это вам. Мухаммеджановой Нине Абдулахатовне. Прошу. Игорь Рахматинский, Алманы Рахматиевсен, Саулык, Сараматник, Бахыт, Ижахыт, Дазур, Кумышлар, Талапкаламан. Шарафетдинове Альфии Шамилевне за активное участие в праздничном мероприятии. Благодарность Халиловой Динаре за активное участие в праздничном мероприятии «Мавлид Аль-Наби 2017». Аллах рахмат ясын. Благодарность Валихаматовой Амине. Каяу бизнек. Рахмат сизге. Дигу рахмат. Юнисовой Амине. Это сизге, да? Фахретдинову Тимуру Абдулхаевичу за развитие сотрудничества между Централизованной религиозной организацией Духовным управлением мусульман Нижегородской области и Централизованной исламской религиозной организацией Муфтият Республики Дагестан в сфере реализации праздничного мероприятия Мавлид Аль-Наби 2017. Огромное спасибо. Бигзор рахмат, саулык, саламатлык киләчәктә дә шундый бәйрәмдәр үткәрергә Аллаһ Раббыбыз безгә насыйп әйләсен, көч һәм куәт бирсен, һәм шулай садат бирсен. Джамалдинову Магомеднуру Джамалдиновичу за развитие сотрудничества между Централизованной религиозной организацией Духовное управление мусульман Нижегородской области и Централизованной исламской религиозной организацией Муфтият Республики Дагестан в сфере реализации праздничного мероприятия. Мухаммед Нур Хазрат, он представитель Дагестана, он уже наш, это Нижегородский, постоянно находится здесь, и благодаря ему мы проводим такие совместные прекрасные вечера. Маленькую ремарку, Хазрат, с вашего позволения. Уважаемые женщины, организаторы, вот
в лице наших хазратов, тех оргкомитет хочет порадовать вас всех. Молодые ребят, пожалуйста, вот возьмите вот эти розы и начните раздавать нашим женщинам. Пожалуйста. Потихонечку раздавайте нашим женщинам. Все, есть нам сейчас что-нибудь добавить? Молодые люди, все, кто хочет, давайте мы, мужчины, для совместного фото поднимайтесь сюда, вместе как раз прочитаем салават, а потом женщины тоже сделают фото на память себе, вместе с розами и так далее. Ребятам микрофоны дадим. Ребята, поднимайтесь для совместного фото. Все вместе прочитаем салават на пророка, алейхиссаляту вассалам. Субтитры